Международный день таксиста пришел из Англии. Именно 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Теперь машины с шашками колесят по всему миру, являются неотъемлемой частью жизни многих людей и поэтому часто мелькают в фильмах или клипах, в частности, российского производства. Чего деньги не сосчитал? Так обмануть недолго. Я пассажира с первого взгляда вижу. Какой обманет, какой нет. Рязанские таксисты тоже хорошо разбираются в людях. Общаясь во время поездки с пассажирами, они получают большой опыт, который помогает им в жизни. А вот вы знаете, что существует Всемирный день таксиста? Да, знаю. Как вот вы и ваши коллеги его отмечают? Ну как, днем на работе, а вечером, возможно, соберемся там, отметим в кругу друзей и товарищей по работе. Ну давайте поздравим всех таксистов с этим замечательным праздником. Поздравляем со Всемирным днем таксиста! В рязанских таксопарках люди порой работают целыми династиями, поэтому этот праздник для многих становится семейным. В основном они выбирают эту работу именно из-за любви к автомобилям и общению с людьми. Многие просто любят ездить по улицам города, зная в нем каждый закоулок и переулок. Так что если люди хотят вовремя быть в нужном месте, они точно знают, к кому обратиться.